что еще есть? Много чего здесь есть. Смотри, хороший. Давайте я, наверное, заберу. Тут здесь много интересного, а потом посмотрим. Ну, наверное, да, там. Я посмотрел, мне, в принципе, размер позволяет. Мне... Туда по объему, вот не подскажете, сколько грамм помещает, например, чая? Не знаю, все. Касса у вас здесь, здесь? Да, где? Сейчас я вам все расскажу. Да. Немножко в кассу, вот окошечко светится. Все, потом на первый этаж получается. А в склад, да? Да. Все, спасибо большое. 567. Держи, Квадин. Сколько там? 567. Здравствуйте. 600. Красиво, да? Спасибо большое. Хорошего дня. Что, посмотрим, наверное, да, здесь? Тихо, тихо, тихо. Сейчас на складе там получать можно. Эти какие тут пакеты, упаковки. А, это, скорее всего, прозрачные, наверное. Только форм нету. Ну да. Да? Угу. Неплохой магазин. До свидания. Здравствуйте! Здравствуйте! Сказали, звоночек есть. А я не вижу. Я увидел здесь вся дверь. Главное вот сначала услышать было, что сказали. Возможно. Ага. Так. Вы здесь, да? Угу. Это ваш гнездочек. А, ну что. Хорошего вам дня. Всего доброго. Круто. Дальше что? А? Дальше. Гараж? Или за камнем сразу? Сейчас посмотрим.